Здорово, мужик. На связи Шамшурин и... один момент. Короче, суть в том, что продаю тачку. Вот тачка. Это та бэха, из которой, собственно говоря, все это время что-то снимал. Тачка нормальная. Ну, продаю не потому, что с ней что-то не так, да? А потому что хочется, как бы, ну, иметь одну машину, да, то есть вот сейчас взял еще одну, и это оказалось лишней. Вот, то есть, поэтому, если тебе вдруг стало интересно, пиши в личку ВКонтакте. Тим, сними там, что внутри. Тачка нормальная, все есть, все работает, кожаный салон, все едет. Нормальная пацанская тачка. Поэтому, если тебе стало интересно, еще раз, да? То есть телефон, который ты увидишь под видео, либо... Чувак, сними меня на прощание. Вот. Либо пиши в личку ВКонтакте, там все подробности по цене, по каким-то там вопросам, которые у тебя будут. Все, давай, увидимся.